Но это был такой подъем, такой восторг, что вот простые русские мужики привезли в город столько продовольствия для умирающих ленинградцев. И все тут же поклялись, что в ближайшие дни мы устроим немцам такую катавасию, что мало не покажется. И действительно, на следующие дни наши артиллеристы как-то уж особенно точно били по немцам и как-то очень неожиданно. Вот, кстати, в Колпино там такие дома были, трехэтажные, кирпичные, со стороны немцев разрушенный дом, а со стороны нашей, вот, в подвалах еще у нас был и штаб батальона, и солдатская кухня, и там жил старшина, я же старшина жил, и ворота посредине. И вот наши солдаты в эти ворота выкатывали пушку, руками выкатывали, делали несколько прицельных выстрелов и опять прятали пушку. Немцы никак не могли понять, откуда стреляет эта пушка. Наши разведчики тщательно выявляли цели со стороны немцев, выискивали, высчитывали, рассчитывали, наводили, все, приготавливались, потом так выкатывали пушку. Бах-бах-бах-бах, и опять спрятали. Вот. И, в общем-то, когда вот про это обоз узнали, они сказали, что они еще больше будут чаще выкатывать эту пушку. И если прицелы есть, даже ночью выкатывают. Все, спасибо. Вот лейтенант крикнет за Родину, за Сталина, а ты вот дерни, и пушка выстрелит. Ну, конечно, заряжающие зарядят, наводчики наводят, а я дернул и стрелял. Первое, я хочу поблагодарить всех, кто сегодня собрался здесь. Низкое поклон замечательным ветеранам, которые сегодня здесь. Я бывала у вас здесь и на конференциях. Мы дети ветеранов, были блокадников. И от тех, кто жив, я хочу передать вам огромное спасибо за то, что вы делаете, вы делаете. А, и еще хотели вам передать привет ветеранам нашего Санкт-Петербургского Ленинградского университета государственного, Совет ветеранов. А также вот завтра у нас будет встреча в нашем союзе писателей на Звенигородском, встреча ветеранов тоже огромный. Вам всем привет. Ну и от всех наших вот группы детей, ветеранов-фронтовиков 115-го зенитно-артиллерийского полка Ленинградской армии ПВО. Но, к сожалению, наших отцов уже нет живых, но преемственность поколений и историческая память, это самое основное. И замечательно, что сегодня выступали дети, которые вот работают над темами этим и исследуют. А хочу вам прочитать стихотворение поэта-блокадника Анатолия Владимировича Молчанова. Его уже нет в живых, но это был замечательный человек и поэт. Вот так, только одно из его стихотворений. Рассуждая профессорским тоном, кое-кто хочет нас убедить, что по строгим военным канонам Гитлер должен был нас победить, что при том превосходстве огромном пушек, танков, воздушных армат группа Норд по всем тем же законам взять должна была наш Ленинград. В свете всех медицинских теорий, голодая столь длительный срок, получая так мало калорий, город выжить блокады не мог. Видно, мы тех законов не знали, предрекавших нам скорый конец. И врагу Ленинграда не сдали, заслужив
вечной славы венец. Теоретикам войн в назидание мы и Гитлера сбросили в ад. Так порою полезно незнание тех теорий, что гибель сулят. Затверди же военной истории. Всем, в ком был воевать не потух, дух народа сильнее всех теорий, а особенно наш русский дух. Вам герои Ленинграда. Мы просим тебя, школьников, 5-4 и потерять ветераны. Ребята, подойдите, пожалуйста. Мы просим всех для памятной фотографии спуститься на парадную лестницу первого этажа и сфотографироваться Отечественной войны. А те, кто желает, там нас будет ждать автобус, и мы должны... Я вас поздравляю, прямо с вами. Спасибо. Спасибо, девочки. Спасибо.